Всех приветствую, меня зовут Данил, и мы с вами продолжаем играть в игру Return to the Village. Не обращайте внимания на мой срач, который здесь происходит. Я очередной раз купил продукты. Очистка у меня не работает. Это какой-то баг в игре появился после обновления, ну или же что-то я там наделал, поэтому я не могу очистить мусор. Ладно, к делу. Как вы поняли, сегодня мы с вами будем покупать на свалке, брать Волгу, чтобы в дальнейших видео ее восстановить. Так, почему я не могу? Эти пакет положу. Сейчас я закупился, значит, погнали на свалку. Я куплю Волгу за... Да я не помню, там цены прыгают каждый раз. Ну, грубо говоря, сейчас посмотрим, сколько мне нужно накинуть, сколько я там поработаю за кадром еще. И возьму, куплю. Да что ж такое, почему я не могу залезть сюда? Отлично. Так, пакетик ложим вот сюда. Это закрываемся, чтобы у нас просто было чем питаться. То уже голод, скоро полосочка закончится. А там магазинов рядом нет, только здесь. Все, заводимся, едем на свалку, как вы поняли, покупаем Волгу. Вышло обновление, опять же, где я добавил, у нас кое-что добавилось. Добавилось у нас ВАЗ АК вроде бы. Теперь на свалке помимо Волги можно еще АКУ найти. Ну не знаю, это если когда мы восстановим все Волги. Только тогда, наверное, как я перейдем, не знаю, если разработчик еще там ничего не добавит. Ну, в общем, игра развивается. Как бы больше-больше надо в нее играть, покупать машины, собирать их, чтобы был какой-то интерес, собственно говоря, у игры. Все, едем сейчас на работу, берем Волгу, и по идее мы, куда ее нужно отвозить? Вроде бы ее нужно отвозить, насколько я понимаю, к нам в дом, потому что потом мы будем покупать запчасти, ездить за этими запчастями и возить их к нам домой, там собирать. Но я понял именно так, если судить по тому же Майса Маркару. И, по-моему... Ну, а по-другому вот никак. Я не хочу куда-то другой город везти. Там где-нибудь на... этой... На СТОшке собирать. Зачем, если это можно сделать дома? По крайней мере, игра должна это позволять. Ну, в общем, сейчас все посмотрим. Посмотрим. Вы, кто начал уже собирать Волгу, или кто уже собрал пару машин в Return to the Village, обязательно пишите в комментариях, как оно вообще. Сложно, не сложно. Но я думаю, сборка там будет... немножко посложнее, чем того же УАЗика. Ну, посмотрим. Все, ребята. Так. Остановились. Давайте пожрем. Вынесем пакет. Пожрем. Ну, я вот хочу пожрать. И, наверное, пойдем смотреть, что у нас там на свалке. Так. Давайте съем хлебушек и тушенку, консерву хотел сказать. Давайте не будем сильно мусорить. Сюда кинем. Вот на свалке, как я и говорил, ребят, появились у нас АК. Появились даже несколько тут окей, как их назвать. Даже несколько, короче, машин здесь. Помимо Волги, тоже, наверное, ее нужно будет собрать. Так, на свалке немножко FPS проседает. К большому моему сожалению, я не знаю, из-за чего это. Телефон у меня не из слабых, как сказать. Но, видимо, для этой игры и не из мощных. Куда-то Волги пропали, сейчас я поеду немного поработаю на Кразике. Это тоже за кадром будет. Накоплю там 1014-12. Как раз Волги появятся. Ну, тут поспать немножко надо будет. Вот. Ну, не поспать, ночь переждать. И как раз, думаю, появятся у нас Волги. Потому что, ну, две АКИ есть. Но я приехал сюда конкретно с Волгой. Значит, буду брать конкретно, собственно говоря, Волгу. Отлично, ребят. Вот у нас появились наши Волги. Сейчас же, как обычно, немножко... пролагает. Так, по ценам. Чё по ценам? Я тоже, как видите, по деньгам поработал немножко. Потому что я немножко смотрю рекламу, чтобы деньги получить. Немножко работаю, но сейчас у меня что-то эта функция недоступна. Так, это сколько стоит? 12700. Нет, у нас 12100. Значит, вот это должно быть дешевле. По-моему, она 10 тысяч должна стоить. Не? 11. А, еще 11 тысяч. Слушайте, 11-12 давайте возьмем. Так, все, народ. Взяли мы Волгу. Так, а где же теперь ее искать? По идее, должен быть то ли эвакуатор, то ли, ребята, еще что-то. Не пойму. Так, по карте. Ну, если по карте смотреть, в принципе, ну, дом наш. Возле дома я ничего как раз не вижу. Ну, вот, наверное, что-то надо будет искать здесь. Так, мне пришлось, ребята, еще раз купить Волгу по сохранению, я глянул.
Вот она, сюда она у нас идет. Немножко, как видите, ценник изменился. По-моему, Волга немножко другая. Факт в том, что мы купили Волгу за 12, даже за, ну да, в принципе, за 9000 я взял. Так, ну классно. Так, давайте мы это откроем. Залезем. Появился просто эвакуатор. Думал, где-то нужно... Не понял. Чё я нажал? Я, по-моему, нажал... Да, она у нас сейчас... Ой, ё-моё, слушайте, я не хочу ее тут оставлять. И как же мне теперь туда залезть, чтобы вырубить эту штуку? Так, мне нужно этот подъемник вырубить, слушайте. Ну, ёкарный баба, ну что ж ты будешь делать? Ну все, ну чертовы двери, они не работают. Ё-моё. Вот зараза, а? Вот как это называется, ребят? Уже немножко весит. Вот сюда я нажал. Ну, я нажимаю. Почему двери открываются? Давайте я на дверь буду нажимать. Может, мне тогда подъемник опустится. Вернее, кузов. Я же на эвакуаторе, я же не на самосвале. Это нам нужно домой приехать, как раз опустить его будет. И тем самым выгрузить нашу Волгу. Ну, да блин, ну я так не поеду. Вы понимаете, если я вот хоть с места тронусь на этом эвакуаторе, я улечу нахрен. Открывай дверь. Дверь открой. Открой мне дверь. Так. Ну как? Как мне нажать сюда? Или я не сюда нажимал? Нет, сюда. Я по случайке просто пока забирался. Здесь же персонаж у нас жирный. Пока залезет, но не с первого раза сюда залазит. У нас это не получается. Так. О! Все. Характерный звук есть, что все нормально так. Но я надеюсь, она никак не прикреплена. Я надеюсь, я ее смогу довести. Я очень на это надеюсь. Все, потому что опять потом мне ждать ее заново сохраняться. Ой, не хочу. Долгая история. Так, а это что такое? Каким образом я на крыше? Я хочу в салон, я в салон хочу. Я с крыши не могу поехать. Вот, все. Ребята, в салоне мы, отлично. Так, давайте заведем тебя. Так, на нейтралке, а то на первой передаче он тут не заведется. Так сделано, ага, нейтралка. Все. Так, теперь, ребят, максимально аккуратно. Знаем, что она у нас не закреплена. Максимально аккуратно. На первой, второй передаче будем ехать и везти как-то к себе домой. Дорогу я освежил память, поездил. Я уже не помню, как я домой, как домой ехать. Так, и поехали. Максимально, ребят, аккуратно. Гнать не будем. Потому что потом же нам также максимально аккуратно нужно ее выгрузить. Так, пока на месте. Волга. Максимально аккуратно. Если тут еще можно разогнаться, в основном кривой поворот, то потом, когда мы въедем на грунтовку, сейчас увидите куда, когда мы съедем, вот. Вот тут уже, ребят, надо максимально осторожно ехать. Газелька еще это почему-то ни хрена не рулится. Очень как-то тяжело на рулится. Так, вот здесь вот особенно. На буграх страшно. Тихо, тихо. Вот, уже капот просто так сам по себе открывается, хотя даже не врезаюсь. Ой, я уже испугался, думал, что все. Но нет, у нас все по-прежнему на своих местах. Так. Осторожно. Осторожно. Так, 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 так. Вот здесь. Вот, 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 вот. Она сейчас просто выпрыгнет. Я ее больше никак не погружу. Погрузчик сюда гнать, им каким-то чудом грузить. Но это займет, во-первых, 15 лет. Во-вторых, это такой хардкор будет. Так. Тут же еще в деревья не поврезаться. Ехать, наверное, дайте на первой передаче будем ехать. Вот максимально осторожно, аккуратно. Вот только как это возможно. Мне интересно, кто возил Волгу? Вот как вы ее привозили? Как вы ее привозили? Блин, ну дерево въехало, то и боялся. Водитель хренов. Напишите срочно в комментариях, как вы возили Волгу. Вот как я везу, да? Или вы как-то прям лихачили, вам было пофиг? Ну просто если она вас не упало, вам повезло. Мне интересно, как вы ее везли. Да и вообще, если у вас, в принципе, опыт больше в этой игре, как бы, тоже пишите. Может, вы что-то знаете интересное. И какими-то секретами можете со мной поделиться. Так. Все, домой вроде бы приехали, мы с вами отлично. Местность немного изменилась, как вы можете видеть. Местность изменилась очень сильно.
То есть раньше тут был лес, теперь более такая равнинка, пару деревьев, ну, в общем, я даже не признал сперва. После обновления, да, здесь, конечно, все другое. Так, а теперь давайте потихонечку будем заезжать во двор. Так, погнали, погнали. Осторожно. Так, ну вроде получается. Вроде бы что-то такое есть. Так. Вот сюда, назад. Я думаю, за гараж. О, тихо. Жопа слазить начала. Ну, в принципе, если она тут свалится, уже ладно, ничего. Мы дома, не страшно. Вот сюда ее хочу завести. Вот, все. Теперь можно, наконец-то, поднять наш кузов. И пускай она сваливается. Я надеюсь, посторонней помощи не нужно, она сама упадет. Так. Давайте попробуем погазовать вперед, чтобы отъехала ее так, откинула. Ну что, нет? Блин, нет. И не назад, и нет. Но она потихоньку сползет, я вижу, она сползает. Немножко помочь бы ей, ну конечно, вот эта вот зараза счета. Ну-ка, давай, 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 падай. 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 Ну вот можем пропихнуть, но я не знаю, мы, наверное, сами ничего не делаем, чтобы не пропихнуть, нифига. Так. О, падает. Ну-ка, съезжай, давай, давай, давай. Все, отлично. Теперь погнали, короче, с вами отвезем эту газельку, возьмем свой УАЗик, приедем сюда. Ну и все, и будем на этом заканчивать. Ну и сохранимся заодно. Все, Волга доставлена. Уже можно считать, дело сделано. Ой, я не знаю, как теперь этот кузов обратно поднять. Давайте быстренько, пока не случилось что-нибудь такое неприятное. Так, газелька у меня была. Зачем я ее заглушила? Она у меня была заведена. Давайте же каким-то чудом все-таки мы сами отсюда уедем. Пускай хоть и с поднятым кузовом, ладно. Я думаю, это не сильно повлияет. Тем более газелька, да и не наша. Это рабочая газелька, нам ее предоставили. Ладно, теперь сломаем, платить будем. Ну да ладно. Нам машину восстанавливать нужно, а вот еще газельки будем. Страшное дело. Так, все, погнали. Погнали, погнали. Осторожно. Ну, здесь как бы по-прежнему по такой дороге я бы не ездил. Я предпочитаю ездить по здесь. Потому что по этой тропинке как-то нормально не поедешь. Честно говоря. Немножко там цепляемся, но понятно. У нас поднятый кузов. Там есть чем цепляться. Ну, не, на переезде не хочу застрять. Я уже застревал на УАЗике на переезде как-то, но повезло, я завелся и уехал. Так, буханку эту обгоняем, она какая-то непонятная, у нас лучше будет, чем здесь. А, так мы прямо здесь и можем повернуть. Вот. Не знаю, что не стоит на постоянно здесь. Что нужно сделать, чтобы они поехали? Так, давай, давай, газуй, не хочу застрять. Все, откуда мы с вами уезжали, мы сюда с вами привезли наш эвакуатор, газельку. Все, вот сюда прямо теперь парком. Потом также когда-нибудь, возможно, займемся и другими машинами, но пока наше внимание уйдет на Волгу. Так. Ну, конечно же, это сделать нереально, значит, все. Оставайся как есть. Потом тебя как... Я думаю, ее даже не поцарапали, у нас все целое. Ну, возможно, кузов менять придется, а так кабина-то целая, все нормально. Бежим, значит, за УАЗиком и едем домой. Потому что тут я сохраниться не могу. Возьму УАЗик, сразу же поедем домой. Как раз можно поехать домой. На самом деле плохо, потому что не могу сохраниться, не могу мусор очистить, не могу даже просто так деньги получить. Из-за чего это не знаю. Может, лимит какой-то сработал, за то, что я сильно много сохранялся или много денег получал. Тоже, кто знает, напишите. Потому что я хочу мусор очистить, но реально, скоро это все будет смотреться прям некрасиво. Все в мусор, все в мусорнике. Так, давайте попьем.
немножко энергию восполним, ну и также жажду. Так, а все. Пусто. И вот это возьмем. Все. Справим нужду, народ, сразу, как вы поняли. Да. Ну вот, я бы сейчас очистил мусор. Ну, смотрите, опции. Нажимаю. Вот, опции. Сохранится здесь? Нет, нет. Просто тыкаю. Ничего не происходит. Я и на каком интернете только не пробовал это сделать. У меня и на мобильном трафике, и на Wi-Fi, и все равно нифига не работает. Странно, странно. Но я думаю, это решаемо. Там разработчик написал, что со временем обновление еще одно выйдет, которое фиксит баги. Ну, понятно. После такого, конечно, нужно баги пофиксить. И также есть еще интересный баг с компьютером, но это на телефонах. В принципе, люди с этим только на телефонах столкнутся. Возможно, как раз на таких вот телефонах, как у меня, Redmi Note 11, 12, ну, у кого, в принципе, характеристики там ленте. Я думаю, вы поймете. То, что, ну, сейчас увидите. Чтобы я вам тут не объяснял как-то, загадками не рассказывал. Сейчас вы, собственно, все сами сможете посмотреть. Погнали. На самом деле, управились даже до темна. Я думал, мы тут будем грузиться с вами до темноты, да и только. Но нет, мы все-таки справились. Еще и видно, еще и домой успеем доехать. Надо, наверное, на магазинчик заскочить, но это я уже делаю за кадром. Не буду сильно растягивать видео. Но я думаю, сегодня все равно интересненько получилось. Все-таки газельку, хотел сказать, забрали Волгу, отвезли. Посмотрим, что он будет дальше. Так, вот это мы, наверное, проедем. Это мы объедем. Ну, тут уже можем ехать как угодно. Ну, УАЗик, разве что, можем разбить, поэтому все равно поаккуратнее будем. Но, по крайней мере, знаем, что сзади у нас ничего не отвалится. Вернее, ничего, отвалится, если хорошо ездить. Миду ничего у нас с кузова не выпадет, как бы это было на эвакуаторе с нашей Волгой. Все. Так. Отлично. Да, видите, как-то место изменилось. Раньше все было в деревьях, а сейчас как-то вот немножко деревья посадили. Был, вернее, забор из деревьев такой. Ну, прям изменилось, ладно. Все изменилось, классно. Так, давайте сейчас покажу вам заодно, как дела с компьютером у вас обстоят. Так, сюда. Тормозим. Блин, заглохли. Заглохли. Ну, ладно. Беда, заведемся. Волга наша стоит, никуда она не уехала, это уже хорошо. Ну, в принципе, как она уедет, если у нее как минимум колес нет. Да и не только колес. Ничего, все это решаемо, все это восстанавливается. Да что ж ты будешь делать, не успел. Волгу привезли разбитую, теперь на нормальном УАЗике не можем доехать до дома. Так, все, отлично. Давайте я вам сейчас покажу Волгу вблизи, хотя вы ее видели, ну, ничего. Еще раз посмотрите. Вот сюда. Отлично, наручник. Глушимся и выходим. Я сказал, выходим. Двери мы запираем. Ну что, ребята, можно считать, что цель сегодняшнего видео у нас выполнена. ГАЗ-24 в разбитом, разломанном состоянии, которым нам придется в будущем ее собирать. Ну, как минимум, купить запчасти, за ними поездить. Конечно, иметь нужную сумму денег. Я посчитаю, сколько все будет стоить. Но, как видите, ну что у нас? Да, у нас тут и там, я думаю, детали двигателя, как минимум. Передняя часть, колеса, двери. Ну, покрасить баллончиком, это, в принципе, уже в конце будем смотреть. Наверное, салончик собрать нужно. Ну, а так, это не кар-механик-симулятор. Тут полайтовее все будет. Но все же. Багажник даже есть, открывается. Открывается. Ну, такая машинка. Такая все-таки у нас Волга. Ладно, погнали. Сохранимся, чтобы ничего такого поганого у нас не произошло. А то игра любит делать какие-то поганые вещи.
Дверь не закроется. Я ее знаю. Сейчас сохранимся, я вам покажу еще одну деталь на компьютере. Будем спать. Ой, кровать, по-моему, изменилась. Стала более похожа на кровать. Прям. Кровать, а не раскладушка какая-то. То помните, какая она была? И какая стала? Явно стала лучше. Вот прям явно. Все. Давайте я включу компьютер, покажу, что когда мы заходим в браузер, из-за моего экрана стрелочка, когда вот на стрелочку нужно нажать, чтобы выйти, а я не могу нажать на эту стрелочку, приходится кончиком мизинца попадать и вроде бы выхожу. Ну, сейчас вы, собственно, это увидите. Так, вот мы с вами сели за компьютер. Так, где мышка? А мышка где? Вот мышка. Смотрите, заходим в браузер. Заходим с вами, собственно, в браузер. Вот, у нас есть магазин автозапчастей. Нажимаем на него. И тут у нас есть УАЗик 450, ГАЗ, и вот даже есть новый автомобиль, это АК. Ну вот, на 24, в общем, тут детали мы с вами будем разные брать. За разные, в принципе, суммы. Ну, посмотрим. Смотрите, я хочу выйти. Нажимаю на Black, назад. Но это не то. Крестик. Я понимаю, что вам сейчас этот крестик, ребят, кажется, как будто я на него могу нажать из-за того, что я видео записываю. Но на самом деле у меня экран сделан так, что я вот тыкаю прям в угол, и я нажать не могу. То есть, смотрите, я в угол тыкаю, вот сейчас я тыкаю. И я никак не могу сделать. То есть мне приходится перезаходить в игру, и только тогда что-то да получится. Работает пока один способ, это кончик мизинца. Ну, это, скорее всего, виновата не игра, а мой экран. И все. Так, я выходил, Волга сохранилась. Да, Волга сохранилась, все классно. Ну, а мы завершаем. Спасибо за просмотр. До новых встреч, до новых видео. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Пока.